Ключевые моменты, на которые стоит здесь обратить внимание. Когда мы поднимаемся, не должно быть, что сначала поднялись, потом загинули, или же после выпрямились и сброс. Нет. Делаем все ногами. Получаем взрывной момент в конце движения. Да, это близко к трастерам, но положительное отличие будет в том, что мы грузим ноги, грузим вверх, но более мягкая нагрузка. В частности, у меня травмированные плечи, тяжело делать. Это же позволяет пригрузить, чтобы промылся сустав, кровь течет, и оставляем взрывной элемент. Пробуем или первый, или второй вариант.